Может, уже отстанете от ребенка? Простите. Артур, у меня для вас плохие новости. Эта встреча последняя. Вы не слушаете. Одни и те же вопросы каждую неделю. Как дела на работе? У вас были негативные мысли? Все мои мысли негативные. Для всех, кто думает, что легко справиться с моей работой, вот, посмотрите. Когда я был маленьким и говорил, что стану комиком, люди смеялись надо мной. Что ж, теперь никто не смеется. Что ж, ты чертовски прав. Это все так ужасно. Всю жизнь я не знал, существую ли я. Существую. И люди начинают замечать меня. Думаешь, это смешно? По-твоему, это шутка? А Мюррей хотел попросить. Да? Будешь объявлять? Назови меня Джокер. Send in the clouds.